Опять ворует со стола. Мэнь, ну зачем тебе это яблоко? Нужно у тебя полная миска корма. Ты все равно его в рот не засунешь. Или ты для Дэнни воруешь? Дэнни, ну-ка покажи, что у тебя во рту. Показывай. Ну, я так и думал. Коль, забери мяско. Клянусь, у меня диета недавно. Вновь вам достается кот в мешке. Мишань, ну все, все, все. Миш. Миш. Ну хватит. Будь про тормоза, газом работать надо. Выжал на полную и дорабатываешь. Чуть пережмешь и в кювете вверх колесами. Можно мне дать витаминочку? Кому? Витаминочку. Витаминочку? Да. Можно, пожалуйста. Все нормально, все хорошо, сейчас будем драться. Ну вот и все! Злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк. Персик, Персик, ты что, обиделся? Персик. Персик. Персик, ты что, обиделся? Персик. 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 Персик, ты что, обиделся? Персик. Персик. Merry Chrysler! Merry Chrysler! Thank you.
Хорошо, что нет жены. Могу 3 дня не мыть посуду, носки разбрасывать повсюду. Пускай лежат мне хоть бы хны. Presento a un gato que está aquí en este Oxxo. Необычная история произошла с 33-летней учительницей начальной школы из Мексики. Девушка увидела у супермаркета бездомного кота, который на нее смотрел с надеждой. И подбодренный ее лаской, он решил провести ее до магазина, зашел туда вместе с ней и повел ее к полкам с едой для домашних животных. При этом котик сам выбрал себе еду и рассмешил свою спутницу. Забавный ролик стал вирусным, а Таня, так зовут героиню этого ролика, была очарована котом и забрала его жить домой к себе. Когда на кухне я включаю свет, мой кот говорит: дай китикет. О, здрасте, здрасте. Вот так вот мы и живем. Не то чтобы скромно, но у меня удачная квартира. Да, я вам так скажу, я эту квартиру очень люблю. Я здесь родился, и моя мама здесь родилась, и папа, по-моему, тоже у меня здесь родился. Ну, здесь просто роддом бывший. Да. Запахло весной, метелем отбой. Мама позвала, оказывается, началась программа Малахова. Я не пропускаю ни одну из его программ. Завези меня в какой-то лес. Лес. А вдруг медведь? А мне даже угостить нечем. Эй. I'm a bad boy. Я к тебе со всею душой, а у тебя ко мне интерес небольшой. Я к тебе и этак, и так, а ты ко мне не так, не сяк, никак. Черный плащ, только свистник, он боится. Черный плащ. Ну-ка, от винта. У меня iPhone 12, блин, хочу 13, чё? А я с 7-м вообще хожу, так что не ной, тебя прошу. Вы обе замолчите, я с кнопочным, смотрите. Красотка, что там говорить? Да, куда собралась-то?